Очередной случай вандализма произошел в Ленинском районе Саратова. Речь идет о действиях коллекторов, причем на этот раз пострадали не только жители конкретного дома, но и частный предприниматель. Вместе с фасадом дома на Лунной, 27, коллекторы исписали из здания, находящегося рядом продуктового магазина. Сумма ущерба по подсчетам владельца торговой точки составляет почти 4000 рублей. Ищут средства на покраску подъездов и жильцы многоэтажки. Сейчас они намерены подать заявление в полицию, хотя призвать к ответственности за подобные действия сложно. В законе даже нет статьи, под которую попали бы коллекторы. И в Саратове уже десятки, а то и сотни домов, украшенных оскорбительными надписями.